קניגי קוזרי. דה שלום, נשאו רו קניגי קוזרי. מי גברי לי פרוש לרץ, פרה עבריס כוונרוד, ורה ודין בוק. צר קוזר ספרה שבת היהודאיזמה, התוות, יעברו בוק כתורי מית נרוד. כתור סווזץ הסנרוד, כתור גברית סנרוד, כתור פריחות התקנים, פריסוס וסווישני, סוד שיריס עברסקה ונרוד. אי פרינצפי פאטמו תורה נעברית, פאטמו סווישני דל תורה עברסקה מונרוד, נפסה נרוד מירי אבאזה נבטורה, פאטמו תוצ'קה נצ'לה את עניה תברן ימיר, פלוצ'ילי תורה איתם נפיסנה תברן ימור, מיר. נפסה לוד אני תוש סמה, עד יסטרזני, העבריסקי נרוד און איזברניסט, און איזברני, איזה נרוד, סגולה מבני האדם. תק מגברי לפרוש לרס, איסאת המזקון שלי, איסאת הסלובה, סגולה, איזברניסט, פריבוד את איזברניסט, את היסגולה, אי דווייתם יצאו דנת שניום, פסמוטרים, טריצת ומושנה, פסמטרית, דבץ וסמובה, וקניגי כוזרי, שתו את הזנת שתאת ואיזברניסט, דה, דבץ וסמוי. יס, שנייה. דעת שצ'וט וישה. Да, не 26, 28. Да, да. Кто у нас читает? Я могу, если надо. Да, вот да, есть мужественная женщина. Давайте. Сказал Кузари, еврей, ты меняешь лицо, и слова твои, прежде столь значительные, начинают терять свой смысл. Сказал Раби, значительны они или нет, выслушай меня до конца. Сказал Кузари, говори все, что хочешь. Сказал Раби, естественный порядок вещей предполагает питание, рост и размножение, а также связанные с ними силы и условия жизни. Таков порядок растительной и животной природы, и он не относится к земле, камням, металлам и элементам. То есть есть у нас в природе уровень, есть неодушевленные, то есть земля, камни и так далее. Это первое. Да, дальше. Сказал Кузари, это правило, нуждающееся в уточнении, однако оно верно. Сказал Раби, что касается души, то она присуща всем живым существам, и с нею связаны... Лимала, наверх. Да, Натана, да, 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 сейчас. И с нею связаны движения, желания, силы, внешние и внутренние чувства и прочее. Лагамши? Да. То есть у нас есть природно неодушевленные, это камни, земля и так далее. У нас есть растения, которые имеют питание, они растут и так далее. Они кушают, они растут. А есть животные, которые имеют животного душа, которые чувствуют желание, движения и так далее. Да, дальше. Сказал Кузари. С этим также нельзя не согласиться, сказал Раби. Разум отличает человека от всего живого. С ним связано улучшение нравов
и страны и прочие нормы и обычаи. То есть это человек, человек имеет разум, имеет выбор, имеет человеческие качества, имеет государство и так далее, разные обычаи. То есть у нас есть четыре ступеньки. Неодушевленные, животные, растения, животные и человек. С этим всем согласны. Следующий вопрос. Есть ли еще одна ступенька? Да, дальше. Сказал Кузари. И это также верно. Сказал Раби. Как ты думаешь, какая ступень выше этой? Сказал Кузари. Та, которую достигают мудрецы. То есть это могло бы быть мнение философа. Есть люди, а есть мудрецы. Те, которые развивали свой интеллект до максимума. Но максимум не бывает. До высокого. Ну дальше, Злата, читай. Я не вижу. А дальше надо... Натан, надо наверх. Да. Сказал Раби, нет, я имею в виду ступень, на которой возникает новое по своей сущности, подобно тому, как отделено растительное от неживого или человек от животных. Количественные различия, хотя и бесконечны, носят акцидентный характер и не являют новой ступени. То есть все люди имеют разум. Нельзя сказать, что это другой ступенька, тот, который умнее другой. То есть мы все учимся, мы все думаем. А есть люди, которые, это может быть, как он сказал, великие мудрецы. Великие мудрецы, они просто имеют ум больше, чем другой, или использовать свой ум больше. Но это не отдельная ступенька. То же самое, как в животный мир. Есть разные, есть рыбы, и есть животные, есть мелкие вот такие, есть развитие, есть больше умного животного, есть меньше. В растения тоже есть простые растения, есть больше развития. То же самое у человека. Есть человек, который в ум отличается человек от животных. В свободе выбора человек. То есть, когда написано, что Всевышний творил человек и ставил у него душа живая, нефеш хая, и стал человек нефеш хая, в чем отличается душа человека от души животных? Животные тоже живут. Но они, конечно, отличаются в свой ум, разум, разговор, свобода выбора человека. Это отдельная ступенька. Душа у человека, желание, душа у животных, нефеш. И желание у животных отличается сильно от человека. Нельзя сказать, что великие мудрецы имеют свою отдельную ступеньку. Они просто больше человек, чем другой. Это умный, он больше умный, он использовал свой разум, а он меньше, он больше. Но это одно и то же ступенька, то есть у нас в это имеет четыре ступеньки. Неодушевление, растение, животное и человек. А теперь следующий вопрос, ну имеет все-таки пятого ступенька. Давайте дальше. Сказал Кузари, если так, то в мире ощутимого нет ступени выше человеческой. Сказал Раби, но если мы увидим человека, который вступает в огонь, не повредившись, или в течение долгого времени воздерживается от пищи и не умирает от голода,
человека, лицо которого светится так, что глаза не могут выдержать света, который не болеет и не старится, но, достигнув предела жизни, умирает легко и естественно, как удаляются ко сну в предназначенный день и час. Он уходит, унося с собой знания прошлого и будущего. Лимала. Да, Вишер. Да. Значит, унося с собой знания прошлого и будущего, того, что было и того, что будет. Разве подобная ступень не отличается явно от обычного человеческого состояния? Сказал Кузари. Да, но эта ступень божественная, ангельская, если только она существует. Она относится к сфере божественного воздействия, но только не к области разумного, человеческого и естественного. То есть, естественно, это у природы, а здесь он рассказывает качество, которое в обычном человеке это нету. То есть он столько рассказывал про человека, который имеет другое качество совсем. И через это он хочет доказать, что есть ступенька выше человек. Чьи этого качества, которое он сказал? Кто это человек, который вошел в вагон и не вредил, который много дней не поел и не умирал от голода, тот, который лицо у него светило, тот, который знал прошлое и будущее, тот, который знал, когда он пойдет умереть, как будто он пошел спать. Это чьи качества такие? Натан, может быть, убрать текст, что я бы увидела? Пророки? Да, нет проблем. Это качество пророков? Это качество пророки. Это качество Моше Рабейну, не просто пророк. То есть Моше Рабейну, он тот пророк, который пошел 40 дней на гора Синай. И он пошел на гора Синай и не... и 40 дней не поел, не пил. Он тот, который вернулся, а лицо у него светило до такой степени, что он должен был маска положить, чтобы люди не... это свет не мешал. Он знал прошлое, он знал будущее, он знал день его смерти и так далее. То есть это чуть-чуть то, что можно рассказать о Моше Рабейну. Но на самом деле... это качество пророка. Но мы видим, что через это Раби Иуда Левит хочет доказать, что есть у нас не 4 ступенька, а 5 ступенька. То есть неодушевленные растения, животный, человек и еврейского народа. То есть как может Раби Иуда Левит потом объяснить, что евреи отличаются от обычного человека, что это другая ступенька. На самом деле, мы все здесь на урок, мы же евреи, но у нас нет такие качества. Мы не можем 40 дней не кушать, не пить, мы не можем прийти в вагон и не умереть. Мы не знаем прошлое и будущее. Мы не знаем день нашего смерти. И все равно Раби Иуда Леви хочет доказать через этот пример, через Моше Рабейну, что уровень еврейского народа это не то, что они лучше, они другая ступенька. То же самое, как мы не будем сказать, что кошка лучше, чем апельсин. Это просто что-нибудь совсем другое. То есть есть неодушевленные, есть растения, есть животные. И это другой. Есть человек и есть еврей. Это что-нибудь другое. Да, это они выглядят похоже.
но они совсем другие. И пример, который дает нам здесь Раби Иуда Леви, рассказывает про Моше Рабейну. Во-первых, Моше Рабейну, он был представитель еврейского народа. Когда он поднимается на гора Синай, чтобы получить Тора, он не пришел туда как частный человек, который очень-очень праведник, а он туда приходит, поднимается как представитель еврейского народа. Это не единственное место, которое он говорит, это как будто еврейского народа. Он получает Тора, потому что он представитель еврейского народа. И потом, когда еврейский народ грешили, Всевышний ему говорит, иди спускайся. Не подходит, что ты здесь наверх. Потому что народ недостоин, тогда ты тоже нет. На самом деле Моше Рабейну получает этого качества как представитель народа. Это раз во-вторых, говорит здесь Раби Иуда Леви, что любой еврей имеет потенциал быть пророком. То есть каждый из нас, у нас потенциал есть это пророчество. И поэтому пример, который он дает, он это самый развитый של еврей. Это же Моше Рабейну. Потому что каждый из нас имеет этого потенциал. Есть интересный хабадский обычай. Недават написано про Моше Рабейну, что когда он был маленький, три месяца, его мама его в корзину положила, и в Нил, а потом нашла его дочь Паро, и она не может никак его кормить. Пока пришла сестра Мирьям и сказала, я дам кормилица, которая может. И говорит на Мидраш, что питались дочь Паро давать ему женщину, чтобы кормила, он никак не хотел. Он никак не хотел пить из неврика, неврийское молоко. Даже что это можно, это кошерно. Нет проблема давать младенец еврей, что его гойка кормила. Нет никакой проблемы, это кошерно. Но он не хотел. Почему не хотел, говорит Мидраш? Потому что род, который будет говорить со Всевышним, нельзя ему такое молоко. И есть хабадский обычай, что даже младенец, который только родился, не дать ему еврейского смесь. Потому что потенциал быть пророк есть каждый из нас. И мало ли, что вот этого потенциала надо потом реализовать. У нас тоже есть этот потенциал. И здесь пример, который дает Раби Иуда Леви про Моше Рабейну. Он хочет сказать, что каждый из еврейских народов имеет такой потенциал быть пророк. Есть באגדות החורבן, מדרשים, которые написаны о разрушении храма, написано про есть такой мидраш, который говорит время перед разрушением второго храма. Когда был большой голод в Иерусалим, никак нельзя было найти еда. И он говорил, там, я забыла, какой-то мудрец, видит на улице девочка, которая была из очень богатой семьи, дочь Кдимон бен-Гурьон,
которая ищет себе кое-что поесть. И она нашла, вот искала и нашла какое-то зерно от хамор, осел, который делил свое гроз, и она отсюда брала ячмин для того, чтобы найти себе еда. И говорит этого мудрец, какой счастливый народ, еврейский народ. Когда он делит свою волю, соблюдает все и так далее, никакой народ не может его победить. А когда он не делит свое, посмотрите, куда он идет. Он кушает потом из остатка ослем вот этого, до такой степени он может спускаться. Так написано в Мидраш. Вопрос, что же счастливый народ? Когда он делит то, что Всевышний хочет от него, он обесятя, никакой из другой народ его не может победить. Но когда он не соблюдает и не делает, что Всевышний хочет от него, куда он, это счастливый народ? Объяснение, если мы правильно понимаем, что говорит здесь Раби Иуда Леви. Есть 5 ступеньки. Неодушевленные растения, животные, человек и евреи. Если растение перестает расти, то есть ее оторвали, она не приходит и остается неодушевленной, а она гниет. Если животные убили, резали, она не будет растения, а она гниет. Она не может спускаться в эту ступеньку. Животное не может прийти, если душа забрали, прийти и стать растением. Человек, который забрали у него свобода выбора, он не будет животным. Он умирает. Человеческая душа вышла из человека, он умирает и гниет. Он не будет растения, он не будет неодушевленный, он гниет. Не можно нельзя спускаться в эту ступеньку. Еврейский народ не может стать обычным человеком, если он не соблюдает Тору, если это брат у еврейский народ, еврейская душа. Нет, он ниже всех. Это счастливый народ. Если он соблюдает Тора, он на эту ступеньку, так что никто из других народов не могут его победить. А если нет, он не может, то же самое, как он не может стать животным, он не может стать растение, кстати, есть мехкар, как сказать мехкар? Мехкар. То есть делали осмотр, посмотрели. Исследование, слегка. Исследование. Человек, маленький ребенок, который, как тот фильм Маугли, маленький ребенок, который вирус среди животных. Природа. И есть такие дети, которые так у них получились. Это дети не могли жить. То есть они не получили человеческую любовь, человеческие отношения. Они росли с животными. Они до 5-6 лет потом не могли жить. Нельзя из человека делать животных. Если он получает только животные условия, не дай Бог, он не может жить. То же самое, как животные нельзя посадить в сад и поливать, как растение. Она не будет жить.
Растения нельзя делить от нее неодушевленные. И потому что она не может. У евреи нельзя делить гои. Нет такого. Если еврейского народа живет как не евреи, нет в это будущее. Это что хочет говорить Мидраш. Счастливый народ. Если они живут по Тора, народ живет по Тора, он может достигать уровень еврейский народ. Никто из других народов не могут его победить. А если нет, он не может жить. То есть вернемся туда к тексту. Текст нам рассказывает о, о качестве Моше Рабейну. Моше Рабейну, который достиг самый высокий уровень из всех пророки, не только что он достиг самый высокий уровень из всех пророков, больше пророка, как Моше Рабейну, нет. Почему? Потому что через то, что еврейский народ слышали, Моше, как Всевышний говорит с Моше, тогда мы знаем, что есть такая вещь, которая называется пророчество. Тогда мы знаем, что есть связь прямой. Только у еврейского народа есть... Сейчас, минутка. Только у еврейского народа есть прямой двухсторонний связь пророчества, что мы можем слышать напрямую Всевышний. Любой человек может обратиться к Богу, молиться, и Бог его послушает. То есть через храм молитва всех народов дойдет до небеса. Каждый человек может обратиться, и Бог его слушает. Но вот этого связь прямой, которая есть пророчество, вот это только в еврейского народа. А через то, что еврейский народ слышали, как Всевышний говорил с Моше Рабейну, тогда мы знаем и уверены, что Тора – это письмо, как тот рассказ про Сар Индия, который посылает нам письмо. Моше пришел обратно с этого письмо, которое там нам написано то, что Всевышний хочет от нас. И любой пророк, который слышал Всевышний, он нам это говорит. Ну, конечно, есть пророчество, которое она имеет смысл частный, есть пророчество, которое имело смысл только в это поколение. А есть пророчество, которое актуально во все поколения. Это пророчество, которое осталось нам, чтобы учиться. Пророки во время первого храма, они говорили очень много всего. Были очень много пророков. Было сотни пророков, группа пророков, школа для пророков. Был в еврейский народ, потому что потенциал быть пророк есть в каждой из еврейских народов. Только что должен еврей, который хочет быть пророк? Во-первых, это потенциал, который есть в еврейском народе, в наше время он не реализуется. Потому что в первую очередь надо, что еврейский народ жил правильно, как народ, на свою земле, в правильный состав. То есть 12 колен на своей земле правильно жить. Это у нас пока нет. То есть начало должен быть потенциал реализовать у народа. Что народ жил как народ правильно. А потом надо еще, что каждый человек из еврейского народа, который хочет быть пророк, работал над собой и поднимался на все ступеньки, которые только есть. Это в книге Месилат Йешарим написано, какие ступеньки. Работал над собой, над человеческим качеством, учил Тора и так далее.
развивай свой уровень и до максимум. И это что занимались в школе пророки. Сейчас, извиняюсь. В школе пророк так и занимались. Работали над собой быть на уровень Моше Рабейну. Или может быть на уровень Моше Рабейну, на уровень другие пророк. То есть работать над собой. И потом можно было получить пророчество с небес. Это уже подарок Всевышний. Но это потенциал есть каждый из нас. Единственное, что нам надо, но с этого можно уже начинать работать над собой, развивать человеческие качества, учение Тора, подниматься на ступеньку, на этой ступеньке, это можно начинать, чтобы быть готовым, когда еврейский народ будет на этого уровень живет как народ. То есть здесь говорит Саркузар, и это удивительно, что ступенька, которая есть еврейский народ, пятая ступенька, которая есть в еврейский народ, это в уровень божественный, он дает пример, это Моше Рабейну, но это ступенька, которая есть в каждый из еврейского народа. Каждый из еврейских народ имеет этого божественного качества. Потенциал быть пророк. И это другая ступенька, чем человек. Этого, который Раби Иуда Леви это называет айньян элоки, божественная тема, можно сказать. Божественное качество, божественная ступенька. Давайте читаем Злата 43-го. Сказал Раби. Я описал черты тех наших пророков, через которых, несомненно, Бог себя проявил. В них он действительно явно для всех руководил ими по своей воле, в соответствии с их преданностью или неповиновением. Он открыл им тайны вещей и сообщил знания сотворения мира и происхождения людей, живших до потопа, как следовали поколения от Адама и до потопа, как произошли 70 народов от Шема, Хама и Яфета, и разделились языки, как люди начали вести оседлый образ жизни, как появились ремесла, возникли государства. Он открыл им возраст мира от Адама и до наших дней. То есть пророк Моше Рабейну, который имел божественные качества, то есть потенциал быть пророк, он же был пророк, он мог бы открыть нам секреты жизни. Секреты жизни – это первое, как служить Всевышний. Мы же сами это не сможем знать. Это все началось. Книги Кузари начинается с то, что у цар Кузар есть сон, а в сон ему говорит, что намерена твоя угодно Творцу, а действа нет. И откуда тебе знать действо? Он тот человек, который знает прошлое и будущее, он нам открыл связь с божественным, с пророчеством, как нам служит Бог, что можно, что нельзя. То есть ОМОН, то есть общество, которое каждый из них имеет потенциал быть пророк, но только потенциал. Не все же пророки.
יש לודי קטורן ני רזביבה לי איך ניבר פוטנציאל, ני תושטו סייבריס כנרוד אני פררוק. אונה מתקריל, שתו מזנה לי כך סלוז'ית סבישני, אשתו מוז'נה דילית, אשתו נלזה, ואת אתה ובשה סביז, התחברות הדבר האלוקי, ואת אתה וסביז הסבישני, שתו ממוז'ים סביז אצטה, שתו מוז'נה, שתו יסטה כויביש כתורן עזבה את הפררות שתו, אונה מתקריל, אונם פירידל, הפתום און ישון המרסקזל סיקרטי, הסיקרטי אתה, דברן ימירה, פרוויץ של אבק, תקנת שינלסת של אביץ שסקיה דופטופ, תושטו נכון צדופטופ מינימגלה בזנת, מי שנימוז'ם, ספרסית כבוד תשתו תמבילה התגדלי. את השדופתו. סבישני נם סקזל, טויס צ'יריס משה, משה נם פירידל, פולקלט נשא ומירה, טברניה מירה, שתו אונסטה איס נוב, נולה סטל, קאק של אבק פרישול, קאק בלפתו, פוסליפתו, קאק, סם דיסט נרודש, נצ'ינליז שם חמי יפת, רי סנביה נוח, רזני יזיקה, התאגדל, נצ'ינל הגסודרסט, ואני מאוד כתור הפסטרואל נובי, התאגדל, דונה שבו ורמי. תויסו את ה... נצ'ינליז אטום שתו מושנה מתפסור הסקזל. עתקודה מי את הזניים, נפיס נפתורה. תורה נפיסנה, צ'ורנה נבילר. שתו סביש נתבריל מירפשת נתברניה. היא את הגברית נם, רבי יהודה לביזיס דבא ושנביש. פירבו, עבריסקי נרוד את הזנה את פתמושטה, משה נם סקזל. так надо служить всевышним и знаем потому что Моше нам передал и он передал это именно нам это другая ступенька всевышний нас избрал дал нам Тора через Моше Рабейну вот это мы прямой связь что нам как что всевышний бог это наш бог он нас руководитель, он хочет, что мы его служили. Как и что? Это Моше Рабейну так нам обратился. И так он еще раз повторит то, что откуда мы знаем потворение мира, а то, что Моше нам сказал, то есть точка начала, את אביחד איז אגיפט, מסבלודיים, סובוטה, פעם את הדברן ימיר, פתשימו, פתמושת סבישני ויבל נס איז אגיפט. ניפתמושת סבישני דבריל מיר, און שדבריל מיר, דלפסט של אביב שסקיה, פתשימו נפס מיר, סבלודי סובוטה, פתמושת סבישני ויבל נס איז אגיפט, דבל נם תורה, פריקזל נם, איסקזל נם, שיריס משה רבינו, קק נדה יבוא סלוז'ית. איתו ז'ה, סקולקה לתנה שבמירה, עד קודה מזניים, פתמושת סבישני ויביל נסיז אגיפט, דבל נם תורה, איתם נפיסנה. Да. И это нет спор из всей еврейской народ, неважно, где они живут. То есть все еврейские народы, это уже вопрос 44-й. Давай читаем еще, еще два, 44-й и 45-й.
Сказал Кузарим, трудно поверить тому, что вы обладаете подлинным счислением лет со сотворения мира. Сказал Раби, действительно, мы ведем летоисчисление со дня сотворения мира. И в этом отношении хазарские евреи и эфиопские не отличаются ничем. То есть даже, почему он говорит, царь Кузар говорит, что это как-то не так понятно, почему у вас есть четкая цифра, сколько лет нашего мира? Потому что это же очень далеко, да? И никто там не был. И ученый, который пытается знать, сколько лет мира, они все равно могут сказать приблизительно. И, конечно, у ученых есть споры разные, как считать и так далее. Но у еврейский народ есть четко до цифры сколько года. Если христианство, у них есть сегодня у нас календарь 2024-го, из момента рождения в христианство. Это же люди, были много людей, которые вдруг начинали считать. А то, что у нас есть счет из творения мира, и никто из еврейского народа не спорит с этим, это удивительно. Вообще хочу сказать, по поводу того, что наша Танах, наша Тора, начинаем с Тора, нашего Тора, которую мы получили 4000 с лишним лет назад, да, 4000 с лишним лет назад, не имеет несколько версий. То есть любой книги, которая такой важная, которую его переписали ручного, и должен иметь очень много разного версаот, варианты, экземпляры, которые похожи. Потому что представляем, что еврейские народы жили же вместе. Один живет там на юг, один на север, один туда, один сюда. Мы видим столько в... Даже сидуры у нас есть, но сахим разные. Очень похожи. И ашкеназский, и сфарский, и еменский очень похожи в варианты. Но отличается. А то нет. Буквы нет никакой отличия. Нет несколько версий. У христианства в книге есть очень много версий. Я не знаю за счет Корана, как там. Вообще не разбираюсь. Но книги, которые так далеко, 4000 с лишним лет назад, которые его ручного, конечно, переписали в разные точки мира, разные люди, которые говорили на разных языках, как может быть, что нету несколько версий? Нет несколько версий в еврейского календаря. У нас четко календарь. Нет в этом никакой разницы между разными евреями. Как может быть такого? Я думаю, что ответ... Во-первых, это доказательство того, что то, что написано в Торе, это истина без изменения. Потому что если было бы изменение какой-то версии, какое-то изменение у поколения поколений в это время, было бы разные версии. А мы видим, что остались одинаковы. Один тоже счет. Не может быть ошибки, потому что если ошибки какой-то год, тогда было бы разные
תהיה שיבה לסתודה, תהיה שיבה לסתודה, היא תהיה תודה. היא קשדה הבשינה שיטה לפדרוגומה, היא בילה באונס פסחלנה וסדר, ורזנה ווריאנט. פסקולקה יסט עדין, את הדקזת איזה שטו איסטינה. קק את המגלובית, נסתה ממדילה, פסקולקה יסט עוצ'ין ז'וסקה זקונה פקק פיסה צווית כתורה. את האחרניאל סטיקסט целиком. Если есть цветок Тора, который там одна буква неправильна, нельзя читать. Если можно было читать, и сказали бы, мы потом будем чинить, и потом забыли бы, а потом это, а потом от него переписали, и потом стали вот разного потихоньку версия. Тот ошибался, потом тот ошибался, и ошибки были в разной стороне. Но это нельзя. Одна буква стирали. Больше это свиток не читаем. И так получается, что нет никакой разной версии. И здесь начинает Раби Иуда Леви доказать, что у нас этого передачи традиция из поколения до поколения, да, это то же самое, как мы сами смотрели. То, весь еврейский народ стоял под горой Синай и видел, что Всевышний дает Тора, и слышал, что Всевышний разговаривает с Моше Рабейну. И все видели, не надо нам доказать. Мы это знаем. Видели, слышали. А те, которые не видели и не слышали, они получают это в традиции, как будто сами видели и слышали. Откуда мы знаем, что нет ошибка в дорогах, и это то, что передали? Нам доказать не надо, нам передали, как будто мы сами там были. Откуда мы знаем, говорит Раби Иуда Леви, то, что у нас один и тот же календарь, без спора, без разной версии, значит, эта цепочка была не порвались в дорогу. Были тяжелые времена, были еще больше тяжелые, все равно вот эта цепочка не порвались. А передали каждое поколение к другой поколению без перерыва. Никакой перерыв не был. Один из доказательства сейчас начинается. Неужели у вас есть точно счет, календарь, сколько лет из творения мира? Отвечает Равин, нету спор. У нас один. А евреи не жили вместе. Евреи не могли договориться вместе на один счет, на один календарь. Не могли. Во-первых, евреи не могут договориться на какой-то спорный вопрос вообще. Два евреи, три мнения. И во-вторых, жили же отдельно в любой край мира. И у нас у всех один календарь. Доказательство, что он правильный. Потому что в какое поколение могли бы собирать все евреи договориться, что вот возьмите вот этого количества. Евреи спорили бы и не принимали. Это что он здесь говорит. И так он здесь доказывает. Давай читаем еще кусочек. 47... 47-й, да, 46-й, 46-й, да. Сказал Раби, 4500 лет
Это можно увидеть из переданной в Торе длительности жизни Адама, Сета и Еношу до Ноя, затем жизни Шема и Эвера до Авраама, затем Исаака и Иакова до Моисея. Они были сердцевиной человечества и лучшей частью его, и у каждого были дети. Остальные люди были скорлупой человечества, они не были подобны предкам, и с ними не было связано божественное воздействие. Передача традиции связана с теми, в ком выразилось божественное, но это были единицы, еще не народ. Затем пришел Яков, породивший 12 племен, каждое из которых было способно к несению божественной миссии. Так божественное влияние овладело массой людей, и традиция передавалась ими от поколения к поколению. Хронология предшествовавших им поколений передана нам Моисеем. Таким же путем нам известно время событий, происшедших от Моисея и до наших дней. То здесь он добавит еще что-то. Во-первых, число, сколько лет нашего мира, четко, то здесь 4500, потому что это давно. Это было, если Раби Иуда Леви в 11 век, а он говорит о разговор, который был 400 лет до него, поэтому это 4500 к творению мира приблизительно. Но еще он говорит, что вот этого божественного качества, которое здесь он говорил про ступинку, которая есть в еврейском народе, она передала начало к единице. То есть был Адам, передал это Шет, потом Энош, потом Ноах, Шем, Эвер, Авраам, Ицхак, Яков и так далее. То есть вот этого качества, которое передано единице в каждое поколение один, это сердце человека. И он еще будет про это говорить. Сердце человека — это тот, который имеет ответственность еще на весь тело. Если мир — это тело, тогда сердце отвечает за этого тела. То есть вот этого божественного качества, она как сердце, как гарин, ядро, а остальные, у каждого человека родились очень много всего, они как те, которые снаружи. И пока начало единицы, пока Яков родился 12 колени, и отсюда начинается расти народ, народ, который имеет вот этого качества. Давайте мы остановимся здесь, потому что с этого 47-го нам надо еще читать и учиться к следующей теме. Но итоги нашего урока. Здесь два важных вещи, которые мы учили. Первое, и самое важное в нашем уроке, что есть у нас ступенька неодушевленные растения, животный человек и еврейского народа. То есть еврейский народ — это отдельно творение, которое имеет другое качество совсем. Еврейская душа, она другая, чем душа другой человек.
Не то, что она лучше или хуже, она просто другая. Это раз. Во-вторых, Моше Рабейну, он пример для всей еврейский народ. Каждый из нас имеет потенциал быть Моше Рабейну. Или не Моше Рабейну, а почти. Потому что все-таки Моше Рабейну дал Тора, и никто не может отрицать и изменить. Но каждый из нас имеет этот потенциал, и поэтому это пример для божественного качества, которое она есть. Даже если мы еще не реализовали, но она и есть. Есть отдельного ступенька. И от этого выводит того, что еврей не может отказаться от иудаизма. Никак. Если это другое творение, тогда отказаться нельзя. И последнее, что мы сказали, то, что у нас есть одна Тора, бесспорно для всей еврейский народ, это потому что передали четко эта цепочка, которую не порезали. И от этого мы знаем хронологию нашего мира прошлого. И от это здесь он и писал, но от этого можно учиться. От этого мы знаем тоже про будущее, не только про прошлое. Прошлое здесь он рассказал, ну, мы тоже знаем будущее. Откуда нам знать будущее? Пророки нам сказали. То же самое, как Моше знал, мы тоже знаем. Один из будущих, который Раби Иуда Леви может сказать, что еврейский народ соберутся на свою землю. Во время Раби Иуда Леви были очень сложно это сказать. Но он знал будущее и сказал, мы будем собираться. Откуда он знает? Тора написана. Нам это уже или прошло, или настоящее время, что еврейский народ собирается. Но еще мы знаем будущее отсюда. Спасибо! Спасибо. Окей. Спасибо. Спасибо. До свидания. Петра.